Ну, поскольку заболевание печени очень распространенное явление, и, к сожалению, и воспалительные, и вирусные процессы влияют на, к сожалению, на здоровье нашей печени, то мы видим, что этот прибор нужен в большом количестве отделений и в непосредственно специализированных гастроэнтерологических, гепатологических, и в том числе и в диагностических отделениях, поскольку ранняя оценка очень важна и диагностика динамики наблюдения. Поэтому мы рекомендуем этот прибор к поставке в целом в любое учреждение, лечебное учреждение Российской Федерации.